Закрыть колодец, убрать сухие деревья и отремонтировать остановку, просят павлодарцы коммунальщиков. К чиновникам из-за дела ЖКХ люди обращаются через наше мобильное приложение. Давайте смотреть. Во 1 мая 286 столб фонарный новый, зимой ставят. Даже не прикрученные. Машины стоят во дворе. Садик. Дети там гуляют. В январе месяце этого года происходила установка столбов во дворах Ломова 46, Ломова 48 и Ломова 44. При отрицательных температурах. Температура была воздуха минус 16. Сейчас столбы все покренились, вот-вот упадут. Потаева 87. Устанавливают освещение во дворе. Выкопали яму под столбы. Тротуар, который ведет к 91-му дому, к школе, к садику. И прямо по тротуару будет стоять столб. Как людям ходить нужно? Как можно сделать так разметку? Рабочие ссылаются на руководство. Руководство сказали, копайте здесь. Парк Денсолык. Люди, ну что вы делаете? Для вас государство старается делать все красиво. Нет, надо все разломать. Дома ломайте, и будет все хорошо. Лермонтова, 45/1. Посмотрите, что у нас за деревья. Кому-нибудь грохнется вот это все на голову. Примите, пожалуйста, какие-то меры. Вот этот дом вообще лежит уже на... дерево лежит на доме. Шкребет все. Посмотрите. Вот это все нужно убрать. Остановка пожар. Конечная. Вот. Оторвалось крепление на остановке. Вот этот болтается. Скоро вообще оторвется. На остановке стоять невозможно. Грохот сильно стоит. Что такое? ЖКХ, вам просьба. Отремонтируйте, пожалуйста, остановку. 19-я школа. И вот здесь какое-то здание. Смотрите, бардак какой. Обратите внимание. Товарушина улица. Смотрите, здесь колодец открыт. И здесь тротуар рядом. Дети постоянно тут в садик бегают. Просто бегают. Пожалуйста, закройте колодец.